Ребят, всем привет! Меня зовут Ирина Ясинская, и мы сейчас продолжаем проходить мистический квест. Поначалу я думала, что это вуду-квест, ребята, ведь человек, который нам угрожает, он создал канал, который называется вуду-квест, и у нас с Димой не было сомнений того, что именно вуду преследует наш канал, ну или, вернее, человек в маске вуду. Я не знаю, как это объяснить, ребят, но вы все видели в предыдущем видео то, что карточку, которую мы нашли, карточку, между прочим, с фото Пеннивайза, мы нашли в заброшенной психиатрической больнице, и когда мы проявили текст, который там было написано, что мы должны совершить заказ в Макдональдсе на 666 рублей, ребят. Я видела такие видео на YouTube, достаточно много, и не только на русскоязычном ютубе, но и на англоязычном ютубе, что когда люди делают заказ в Макдональдсе на 666 рублей, их начинает преследовать клоун. И прямо сейчас мы отправляемся в Макдональдс. Мы уже немножечко опаздываем, но мы уже практически приехали. Сейчас уже будет видно Макдональдс. У нас часы немножко разнятся. Тут вот 13:13, а в машине. Добрый вечер. Здравствуйте. Так, капучино 03 есть? Да. Одна штука. Хорошо. Пирожок по-итальянски есть? Придется ждать его минутки 3-4. Хорошо. Хорошо. Так, еще пирожок клубничный со сливочным сыром. Сейчас больше нет продаж. Между ними теперь есть пирожки с черникой. А какая цена? Пирожок сколько стоит? 55. А по 50 есть пирожки? Есть по 50 пирожки? А по 50 рублей есть пирожки? Вишни. Давайте с вишней. Хорошо. Он 50 стоит? Да, да, да. Так. Роял комбо стандартный есть? Да, конечно. Сколько стоит? Одну секунду. 219. А за 239 там другой есть у вас? Нет, 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 мы заказываем один. За 259 будет у вас просто большой роял комбо. Нет. Нет, вот это вот я отдельно, картошку фри, я все это отдельно набираю. Нет, у них роял комбо за 239. Говорите, пожалуйста, пока он сейчас плохо. А роял комбо за 239 у вас есть? На сайте. Мы вроде смотрели на сайте цену, там 230. Если у вас там будет другой напиток, капучино, например, но будет дороже, примерно 239 будет. Ну давайте такой, за 239, только не примерно. Можете тогда продиктовать, что у вас будет входить в комбо? Роял, чизбургер, что еще? Вы нам что-нибудь положите, чтобы у нас сумма была 239. Да. Продиктуй вот это, вот то, что я тебе тут диктовала. Вот я тебе писала. Сейчас. Фри стандартная, фанта стандартная и... Так, чизбургер 2 штуки. И фанта 0,4. Сколько цена? Сколько стоит это все? Общая сумма какая? Она еще фантастическая. Заказ верный край? Вы нам сумму покажите. Сумму скажите пока. Вы сначала проверьте заказ. Сумма у вас пока выходит 596. Блин, чего у нас не хватает? 696? Нет, 596. Ну ты проверяй, чего у тебя там не хватает. Соус сальс. А можно перенабрать заново? Вот это. Конечно, приезжайте, как уж поплаты, там можете переделать заказ. Хорошо. Спасибо. Блин, черт, ни хрена у нас не получилось, потому что я говорила, блин, Диме, то, что надо по спискам, то, что я заказывала. По спискам. Где? Здесь? Здрасте. Мы еще разок сделаем. Еще Приезжай. Раз можно сделать? Да, давай. Нет, давай проедем. Блин, еще раз.
Дим, я тебе сказала, блин, вот поэтому в списку делай. Нет, ты свой список сделал. Давай по твоему списку. Короче, ребят, у нас нифига не получилось. Прям просто какой-то трэш, так же, как и у Дианы Ди. Нифига не получилось. Нам уже сзади там сигналят, типа, мы, мол, это... Офигели, что мы так долго там не можем Олег выбрать? Олег в три семерки? Короче, сзади у нас Лекс. Подожди, я выйду. Куда ты торопишься? Короче, сзади Лекс в три семерки не дал нам совершить заказ. Нет, и давай... телефон, короче, сел. Просто, ребят, все против нас, я не знаю. Нет, давай сделаем как? Просто в Макдональдс сейчас зайдем, а не... Да не надо, блин, Макдональдс, посмотрим, надо делать есть. То, как я по списку тебе сказала. Давай, значит, Мару. По списку надо делать. А ты взял, нет, надо вот так, блин. Короче, сейчас еще раз пробую, не знаю, если получится. Если не получится, то... Кому нафиг в 3 часа ночи не спится заказывать Макдональдс? Смотри, номер какой-нибудь. Можно сделать. Скажите, а мороженое у вас есть по 70 рублей? Мороженое есть? Да, есть в Ростке, есть. Есть по 70 рублей? Да, по 70 рублей клубничное. Угу. Так, нам, смотрите, капучино 0,4. Хорошо. Оно 109 рублей стоит? Да. Пирожок по-итальянски? Хорошо. Оно 59 стоит? Да, 59. Угу. Пирожок клубничный, обычный, за 50 рублей есть? Пирожок есть, нет, у нас есть пирожок есть, черника, пирожок клубника, к сожалению, вышел из меню. Давайте с черникой, но мне важно, чтобы стоил 50 рублей. Черника, пирожок? Да. Хорошо, и что еще? Картошка фри стандартная, она по 59 у вас? Стандартная картошка 59? Да, угу. Фанта 0,4. 65 она? Вот это 50 соус пока не надо. Фанта 0,4. Мороженое по 70 рублей, клубничное, карамельное, шоколадное. Нет, давайте по списку. Вот после картошки фри фанту мне 0,4, которая. Вместо картошки фри, да? Нет. Картошку фри оставьте. Следующая позиция фанта 0,4. Да, у вас есть фанта 0,4 одна. Вторую? Ага, она по 65 у вас? Да, 65 у нас. Угу. Чизбургер 2, они по 52 рубля у да, вас? Да, 52. Угу. Два соуса сальса. Два соуса сальса? Да. Хорошо. Мороженое вот одно, которое клубничное, за 70, которое. Хорошо. И макчикен за 100 рублей. И что еще? Макчикен есть за 100 рублей? Да, макчикен сейчас стоит 100 рублей. Угу. А сумма... У вас заказ на экране верный? Что? У вас верный заказ да, на экране? Да, сумма какая? Да, верный заказ, сумму скажите нам. 671 рубль сумма вашего заказа, приезжайте как на бладе. Нет, давайте еще разочек. Что-то у нас по сумме не получилось. У нас капучино 0,4 за 109. Что еще раз? Капучино за 109. Да. Пирожок по-итальянски 59. Да. Клубничный за 50. Пирожок с черникой 55. Нет, мне надо, чтобы за 50 был пирожок. С вишней тогда, да? Да. Хорошо. А сейчас какая сумма получилась? Нет. Дальше все, давайте. Все, 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 правильно. А, все. Все, спасибо, это верно. Все. Верный заказ? Да. Да, да, да. 651 рублей вашего заказа. Да, спасибо. Короче, ребят, еле-еле у нас, короче, получилось. С третьего раза. Боже, но это на самом деле все не смешно. 666 рублей. Да, карта и оплата. Карта? Да. На, держи. Пожалуйста. Сейчас, одну секунду. Ну, пожалуйста. Все, да? Там спасибо за покупку да, написано. Ага, все отлично. У нас получилось. Спасибо. Девятки. Короче, ребята,
Блин, я сейчас так радуюсь, но на самом деле, ну, блин, это нифига вообще не смешно, на 666 рублей. Но я радуюсь, действительно, не тому, я радуюсь тому, что мы выполнили это задание, и теперь мы можем идти дальше, и, то есть, ну, никакого вреда, никакие видео не удалятся, никакой канал не удалится. Я выполнила это задание для тебя, там, не знаю, кто ты, маньяк, клоун, Пеннивайз или кто ты, там, зачем ты бы не прятался, за Вуду квестом, за кем, вот, смотри, вот, все. Ребят, сейчас я вам покажу просто. Так, ребят, все, вот мы уже так, все. Ты даже не понял, что мы заказали. Ты взял пакет и поехал, типа, туда Фанту положили. Сколько? Нет, я такую огромную... Вот, остановись здесь, пожалуйста, умоляю. Ребятки, у нас получилось со второго раза. У нас получилось сделать заказ на 666 рублей. Я понимаю, что, блин, мне вообще в этой ситуации не надо... ну, как бы смеяться, потому что что будет происходить у других блогеров, то, что происходило дальше, это была полная жесть. Ребят, короче, мы приехали домой сейчас с Димой. Мне реально, меня все так трясет, я так переживаю. В общем, задание мы выполнили, и я так понимаю, что сейчас мы будем, ну, что-то мы должны найти. Давай, пожалуй, начнем с мороженого. Ты думаешь, что это должно быть? Ну нет, навряд ли в мороженое что-то будет в этих банках. Тоже нет, просто, ну... Просто что-то, ну что-то должно быть. Какая-то должна быть подсказка, что нам делать дальше. Какая-то метка. Ну вообще, блогеры начинали что-то есть. И приходил клоун. Но я вообще не понимаю, что происходит. Так, подожди, надо все посмотреть. А то, что принято. Это что, чизбургер? Я думаю, что это все полный бред. Просто откуда была записка в заброшенной психиатрической больнице? Нет, там нет ничего, там картошечка осталась. В заброшенной психиатрической больнице была вот эта карточка с Пеннивайзом, с клоуном Пеннивайзом, о том, что мы должны сделать заказ на 666. То есть, я так понимаю, какой-то псих, человек заранее придумал и отправил нас. То есть, это не значит, что если мы сейчас с тобой заказали на 666, появится, блин, какой-то нафиг чокнутый клоун, переодетый в костюме, там, я не знаю, и начнет что-то, ну, как бы, делать, я не знаю. Здесь вот пирожки. Я просто знаю только одно, то, что я выполнил эти условия. Вот он чек, вот оно доказательство. Я заказала на 666 рублей. Чего еще нужно? Я хочу, чтобы просто этот человек оставил наш с вами, ребят, канал, ну, в покое просто. И больше мне... Черт, что это? Блин, это снова эта карточка. Это снова карточка, ребят, Пеннивайза. Карточка от этого, ну, от клоуна. Я просто не понимаю. То есть то, что когда я просматривала видео, и там промелькивал Пеннивайз, я не понимаю, это мистика. Это просто, это не подлежит объяснению. То есть человек, который притворяет с куклы Вуду, на самом деле, что ли, клоун, и состоит в этой организации клоунов. Это что, новая какая-то хитрость? Я просто уже ничего не понимаю. Успокойся. Блин, Дим, смотри, тут что написано. Скоро увидимся. Что там предел? Ребят, дело в том, что мы еще ни разу не видели этого чокнутого клоуна. Ни разу вообще. Я не хочу его видеть. Вообще не хочу его видеть. Мы разберемся с ним. Я не хочу его видеть. Ребят, еще плюс ко всему, действительно, просто, это реально, ребят, это не какой-то там, блин, там фейк или что-то. У меня была кнопка, кошечка, кнопочка, мы ее звали, серенькая, такая маленькая, кис еще котенок, вы все ее видели на моем канале. И этот человек, ну, вернее, не этот, я уже запуталась. Ну, в общем, на канале Вуду Квест вы все увидите, ребят. Обязательно подпишитесь на его канал, на канал Вуду Квест. Это, блин, обязательное условие для них, чтобы все было хорошо.
и он подумал, что как бы мы не поверили ему, и, ну, он, по крайней мере, говорит, что он похитил мою кнопочку, кошечку, но просто других вариантов у нас Димы уже нет. Мы когда вернулись, мы не нашли нашу кошку, и получается, что у него есть доступ к нашей квартире, хорошо, что просто... Я теперь не знаю, что делать и что он сделает с кошкой, потому что не понимает, непонятно, какой человек он. У Дианы Ди вообще кнопка разбивает. Ой, я просто уже, я не знаю, это просто. Так, мы должны успокоиться. Короче, ребята, все, я просто разбита. Если уже это, ну, как бы это существо переходит на то, что оно похищает животных, ну, мало того, что оно видел, сказал то, что мою серебряную кнопку, которую я даже в руках ни разу не держала, даже ни разу ее не видела, они как-то умудрились ее перехватить, там, на Почте России, что ли, я не знаю как, что YouTube поддержка мне пишет, что, типа, мы вам, да-да-да, все отправили, все нормально, блин, у меня 308 тысяч подписчиков, у меня должно быть уже, блин, 3 серебряных кнопки за 100к, у меня ни одной нет, и все это из-за этой, блин, из-за этого мистического квеста, что ли, теперь они еще и кошку украли, блин, они вообще ку-ку, что ли, ненормальные. В общем, ребят, я вас очень прошу, присылайте мне ваши слова поддержки в директ, в инстаграм, отмечайте меня в сторисах, и вы попадете в мои сторисы, инстаграм, _ Ирина Ясинская. Чтобы нам с вами не потеряться, чтобы все было хорошо, ребят, не забывайте подписываться на мой второй канал Ясинская Пэтс. Там я выпускаю страшилки периодически. Я стараюсь это делать как можно чаще, просто собираться с силами, чтобы... вы все за мной наблюдали, чтобы все было нормально, чтобы если вдруг, я надеюсь, если что-то произойдет с основным каналом Ирины Ясинской, там я буду с вами связываться. Так что все ссылки в описании, ребят. Я вас люблю, целую вам сердечко, я вас целую, и вы у меня самые лучшие, я вас обожаю. Все, всем пока.